Всем привет! Вы на канале «Ворота своими руками». С вами я, Александр Паращенко. И сегодня у нас такой необыкновенный монтаж ворот. Ворота уже изготовлены застройщиком, когда-то поставлены под забор, кинуты, и на этом все. Швеллер у нас оказался утопленный. Я в прошлый раз приезжал, так попробовал перфоратором, нету вроде швеллера, а он оказался сантиметров на 20 туда утопленный. То есть сейчас мы будем это все доваривать, такие, скажем, лапы до роликов, да, такие подставки, тумбы такие. Будем доваривать до роликов и восстанавливать сюда ворота. Но перед тем, как их установить, нам необходимо сами ворота поставить на фурнитуру. Потому что застройщик их даже не поставил на фурнитуру. Я уже приступил к работе, наварил такие две лапы, 30 на 20 трубки. Ну и сейчас будем их сюда устанавливать. Смотрите, как это будет делаться в этом видео. Ребят, если вы хотите себе получить чертежик под ваш проем полностью в миллиметрах, бесплатно, кстати, для этого вам необходимо подписаться на канал, оставить комментарий, с какого вы города, и перейти по ссылочке, которая находится ниже под видео. Я рекомендую всегда, когда вы привариваете балку, начинайте в шахматном порядке. С одной стороны перешли на вторую и туда-сюда вот таким вот образом. Вытянуть надо сантиметров по 5. Это обязательно нужно делать так, потому что если вы сначала одну сторону приварите, а потом пробежитесь по второй, так у вас не получится, потому что ворота вывернет, ну, их поведет. Сплошняком балка не варится. Нам положили швеллер, мы его сейчас порежем по кусочкам, вот этот швеллер, а наш швеллер вот он где ж, вот он наш швеллер, за который надо привариться, но нам надо получается 13 сантиметров добавить, швеллер мы имеем 10, сейчас будем что-то думать, как правильно его добавить. Все. Тут надо вычистить. Ребят, сейчас для того, чтобы обрезать лапы, заведем ролик, чтобы он немножко приподнялся. Один. Пока мест один заведем. Вот лапа приподнялась, и можно ее теперь срезать. Вот она здесь находится, которую мы временно приваривали. Пока мы сядну, давай, бо надо же держать его. Там, наверное, можно. О, так они в уровне. Да, только
что если мы поставим, мы же ведем это? Конечно, заведем. Конечно, заведем. Давай тогда сделаем этот. Насильник тут, да? Да. Его же засверлить еще надо по кирпичам. Да, погрунтовать надо. Засверлить его по кирпичам надо. Усак надо сделать с него, понимаешь? А здесь и есть этот, такой хороший этот, металл. Ребят, смотрите, здесь видите, как заводом собрали, ну, просто чтобы оно до комплекта было. Нужно раскрутить его все, это дело. Снять эти шайбы, надеть назад гайку. Вот где-то вот так вот закрутить, примерно оставить расстояние, чтобы ролик был свободен. Чтобы он мог крутиться здесь. Зажимать ролик не надо. Потом шайба. Ну и уже в кронштейне тоже шайба гайка. Здесь ни единой нет закладной, а кирпич дырчатый, поэтому я использую, будем сажать нашу ответную трубу, то есть, ну, на которую мы будем ловители наваривать, на дюбеля, на вот такие. Это у меня 12 дюбеля, 12 на 120. Для чего я беру такие длинные? Для того, чтобы каждое отверстие взяться. Некоторые говорят, лучше сажаться на химанкер. Не знаю, как-то может быть, да, я не спорю. Ну вот я привык вот на дюбеля и очень хорошо держится. Химанкер немножко дороговатый, поэтому я использую только вот, ну, такие вот дюбеля пластиковые. Давай назад. Поднимай. 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 Хорош. Супер, можно прихватывать. Ну что ж, ребят, ворота мы прихватили. То мы потом все пообвариваем
Сейчас автоматику поставим, потом все сразу обварим, да и все. То есть автоматику на Стратели SL1300 с хорошей автоматикой, редуктор в масляной ванне. Сейчас итальянская автоматика, берем рейку, собираем. Смотрите, вот видите, как собранные бабышки, вот таким вот образом. Они так вот собираются на заводе. И многие делают ошибку, собирают ее точно так же. Вот так берут и собирают. Это неправильно. Правильно собирать вот так. Почему? Объясню. Когда вы вот так вот собираете, здесь есть отверстия, они, видите, овальные. Для в дальнейшем, чтобы можно было регулировать рейку, або ее поднять, або опустить. Мы берем, смотрите, если мы рейку поднимаем, то есть бабушка остается на месте, то бабушка находит на зуб. Это неправильно. Но когда мы соберем ее правильно, видите, она даже не доходит до зуба. Ну что ж, ребят, наша работа подошла к концу. Мы закончили нашу работу. Ворота работают. Сейчас проверим фотоэлементы, датчики. Вот. Идеал. То есть фотоэлементы срабатывают, автоматика работает. Ворота у нас ездят. Хотел вам сказать про акцию. Это сертификат стоимостью 500 гривен на аксессуары при покупке автоматики. Вы сможете их использовать в компании «Нови ворота». Для этого вам нужно подписаться на канал, оставить комментарий, с какого вы города, и перейти по ссылочке, которая находится ниже под видео. Еще один есть подарочек вам. Правда, не вот такие вот ворота, а под профлист, под ваш проем. Мы можем изготовить вам чертеж полностью, совершенно бесплатно, до миллиметра. Для этого вам нужно подписаться на канал, оставить комментарий, с какого вы города, и перейти по ссылочке, которая находится ниже под видео. Ну а с вами был я, Александр Паращенко. Вы были на канале «Ворота своими руками». До новых встреч!